Когда не было контура стояния, то у нас не задувало никогда. Тут просто такая ситуация. Нет, это просто я неправильно отвожу ее, да. Вот тут и огонек это стоял, а ты вот здесь вел. Там сычу оптик пришел. Да, мы знаем. Да, я знаю. Нет, это прикол? Не, может, я не знаю, но мне кажется, за второй раз у нас такая ситуация, когда мы подходим, когда огненная начинает задувать. А меня уже бьет. Да, и нас из-за этого сдувает тоже. Меня прямо сейчас уже убило. Зорки, может, бекон сейчас скину. Блять. Вот это стоит 159. Метки. А что было сейчас? Вот это 259. Что сейчас было, блядь? Там лужа после смерти, она была осталась, типа. Да, она почему-то осталась, я тоже встал, и меня. Ее визуально не видно, но она есть. Лево поставил. В магазине кинжалы 245 и дешевле, чем 213. Слышь, Дон, я метки поставлю по этим по краям. Нет, да не по краям, поставь лучше на зеленую, потому что я их теряю, когда они закапываются. Я стоящие метки хочу поставить, просто чтобы если что, ориентировать, куда вот повернуться. Пары то же самое. Зачем? Сейчас он понял, он мог вон вот так. Рев в эти метки будет врезаться. А, ну ладно. Не просто надо. Стоял вот здесь Войд, ну типа как пиликов не задул, если бы он вот так просто повернулся, с этой стороны встал. Ну, почти. Это я повернул. Я не понимаю, почему вы думаете, да. Что стоящий червяк куда-то дует. Он кидает один дебаф случайного игрока. Да, блять, никто это не думает. Так это нет, говорят, что... ползучий задул, который вылез. А, ну понятно. Я про него говорю, я же про стоящего ничего не говорю. Просто стоял на Макс РНЖ, блядь, это огненно, у меня задуло прям вот от входа. Вот я стоял вот где тут стою, и меня задуло, где сейчас дом стоит. Так там РНЖ 500 метров, блядь. Ну вот. Через всю комнату блюет. Рексрайт на Акварожу. Да, все нормально. А что у нас на замене? У нас на замене более сильные ДПСеры есть? Типа вот как заорки там по 12 карту дают. Так если бы Т4 приор был, 4-го куска были бы. Ага, вот, понял, да? Запустил. Подушить можно. Не, ГГ снимет нормально до десятки. Угу. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Ну, спека себе ДЦ получается. Так, а БР у нас только у наглой... Нет, он с БР. Идеальный, и все. Увой, это 2.30. Да, я вижу. Я просто пытаюсь. Потому что я не маленький, надписи, я плохо вижу. Гарик еще без КД. У меня КД висит. Угу. 11 секунд. Кем-то одновременно скинул, что ли? 5. Закинул истерию. Тут это залагит. Подобрели какую-то луну. Бочек. А, да, по нему ты мимо идеальная, дашь? Быстрее, чем вдали. Че, у тебя 4? Ну пока да, давай на 5-м ты берешь. Лидер не будет мимо, да. Угу. Все хорошо. Маба. Какая снип? От босса. Кару.
Войд, резь... а, от КДшицы дашь в кару БР. Угу. Сейчас заберу босса. Забрал. Три секунды резы. Резнул. Захитнул. Ну, ка мне бафу дайте сейчас. Дотайте. Сейчас, кстати, еще не задуло. Не подходите близко. Все, дует. А, поставьте уже зону этот, блядь, эльфов. Карнес, по тебе не могу, ну, там шилдов на тебе. Стрео дал вопрос. Черепочек РДД. А хотя не, подожди. Наоборот. Наоборот. Да, да, вот че... тут твоя. Все, я забрал. РДД обдотайте все равно черепок. Нет. Сейчас здесь лужу оставим, поведем к тому боссу. Карнес, хиль, даю инерти. Я уже появилась. Рэнджо, наберите. Ёп. Переводить надо. Ну да. Так, ну это не так даже. Мне кажется... Короче, порнуха, по-моему. Надо, вот я как понял, когда вылазит кислотная... Нужно меликом расходиться сразу, не бить вообще никого. Он кидает рандом, а... неважно. Стоите вы рядом, не стоите вы рядом. Он в кого захотел, того и кинул. Опять играть в удачу? Будет РНЖ, он кинет во всех. Не, мне кажется, просто когда вот сейчас кислотная вылезла, ее надо было не по часовой, а... Ну, короче, по часовой вести, а по часовой. А ты, что от этого изменится? Он что, не кинет мелизону, которая вся стоит вместе у нас? Не, ну там у вас справедливости ради фейп-кошем не снял половину там из милик. Блять! Нажали баблы всякие свои. Не, там... Я кош прожал. Все, кто умер, умер типа вот мгновенно. Они вперед, просто вперед поймали баф и тут же вот, умерли. Отойдите к воротам, блять, лужа там лежит. Лужа. Где-то там... лужа лежит, ребят. Да, мы... Отходите вправо, отойдите все вправо. Значит, новый день, новые баги. Да, свернутый, пока еще свернутый, раз. Подойдите к свернутой, подойдите, не умрете, Суза, отойди туда. К самой стене, в самые кирпичи вожмитесь, не выходите вперед. Там просто миликом нереально отойти, на самом деле. Ну, там времени банально не хватит. Я же объясняю, реально, если вы заранее уйдете. А смысл заранее уходить, тогда ДПСа не будет, тогда и там мы точно не пройдем. Да ну, ребят, ну вы что, ну, блядь, серьезно, ну я вам что, говорю... Знаю, что... Не, ну смотри, милики уходят. Сколько у нас миликов, считаю, вот, и сколько там топ ДПС дают. И не будут они бить 10 секунд. Есть. Трое топ ДПС дают. Но все равно, это же дамаг. Сколько, ну, миликов? Давай посчитаем. Упасть и заново начать, да? Давай посчитаем миликов, сколько? 10. Так, 2 вара, ДК. Пол рейда. 10, что-то дохуя. Ты танков считаешь? Нет. Танки что же милики, тоже дамаг наносит. Ну вот вонгрох, репарты, босс, флешлайт. А, слушайте, ребят, ну чего мы делаем? Мы, блядь, миликов считаем. Ну, ребят, давайте, дело не в этом. Ласки. Я хотел предложить просто, чтобы вот червяк, который ползает, да, вы его бьете, бейте, типа, как с левой и с правой ноги. Типа, 4 милика слева, 4 справа. Чтобы если кинулось в пачку миликов, то словили не 8 миликов, а 4.
Плюс у Роги Кош вот есть вот половина баллов. Сейчас вообще змея была вот самая сильная. Вот как ты предлагаешь это сделать? Ешьте рыбу. Я поставлю. Одна стена всего лишь. Как им, разойдись? Змея смотрит на щит. Змея не в центре находится, не где-то ближе у, к центру. У змеи, которая ползает, большой фрейм. Можно встать слева от нее и справа, правильно? Нет, там не такой уж и большой фрейм. Не-не-не, там прям приходится впритык подходить к ней, чтобы бить ее. Поэтому ты в лужу попадаешь, которая самая маленькая, которая с самого начала. Ну это хуевые фреймы, значит. Ну, там, там реально очень маленький фрейм. Ну единственный вариант только кош, баблы, что у ДКшника не зыбка. Уварышевые могут выжить. Отойти шаману. Как плевок записывается в ДБМ? Давайте буду анонсить это. Да, мне нравится этот контент. Ну, еще что-то хуярно. Говорили, что экзальтидов 240 было на чудовищах, а у нас просто 180. Да нет, это убиваемо все нормально. Да, это упрямо. Мы пока косячим просто. Тебе говорят на конечном этапе, когда он там с увеличенным бафом бьет, блядь, рев этот ледяной. Бафните каску. Ага, ну может. На выходе, я сейчас стрим у них смотрю. Ну не может быть сильно большая разница. Процентов 10. 10 тысяч ДПС на выходе. Там может на этом, на последнем просто увеличивается ДПС. Конечно. Да, так что нас. ДПС все равно дуэли. Там в локи ворвутся, ты что, вообще жестко. А, запустили или что? Фласки проверьте на себе. Каску. Фласки перепить. Фласки перепить, да, 2 минуты у нас. Масло перемазать. Запустил. Холодненько под попу подложить. Не говори. Уже горит. А чего горит? Все нормально. Не знаю, мне очень нравится, я радуюсь, блядь. Как да. Сломаю. Как это интересно, блядь. Как Корнест радуется, блядь. У Корнеста там, наверное, на этом. Ничего не радуется, да. На льдине сидит, как на бригантине. Иначе я не знаю, как он спокойствие сохраняет. Жопа в морозилке. Наверх все. 5. 4, 3, 2. 4 в кино. 1. И охотники там, питомцы в луже стоят. Проконтрольте их наверх. Все пэты сейчас умрут. Уже умерли. Да, ну ты смотри, где он у тебя стоит. Под жопой? Нет. Нагасни. Че, и лаги какие-то, блин. Да. Да, лагивает, есть такое. Нет, задержка. Сильно лагает, сильно. 4, да? Угу, сейчас последний накинет. Все, забирай. Блядь, кнопки жмутся у вас вообще, да? Ну, с трудом. Пизда, по 2-3 клика на кнопку делаю. Очень здорово. А идеальные подбосы. А, все, ты и так тут стоишь. Оптикс, я не могу читать, пожалуйста. Забираю. Слагало? Нет. ФПС упал просто, понятно. У меня по секунде задержка. Почувствую. Гагасниб. Гагасни под босса, иди. Под босс, не от босса.
О, у нас выходит. Ну, потому что лагают из-за этого. 5, 4. Босса, раздатайте. 1. Мелизон, флеш кинь себе. По фейбу на Гвайро ЖБР. Сейчас стойте, разморожим. Кару, Кару, ты где? Вижу тебя. Выйдешь. Угу. Ух. Три остались для Мауски. Пафы все обновите. Блин, так не разморозил. Джет, это минус 3 хила? Ну, да. Это минус 3 хила, да. Вот. Вот, блядь, нет слов. Сука, вот они сделали вот эти тайминги, они поперезадачили. Тайминги пиздец кривые вообще. У нас на рейде висит, на мне уже пропадает дебаф. А потому что типа только что кинуло. Я пошел, о, тебя разморозил, на ком еще не было, а потом плюнуло еще раз, а у меня дебафа уже нету. Так все, заходите, Гоша, что вы это время тянете? Уже следующий подтрай уже делать. Типа я замерзший каким-то образом. Ну типа, что это такое? Бля, тайминги такие же, что были на X1 и на X3. Да, тут больше лаги, конечно, в этот трек. Да, да, да. Вот сейчас заходим, все нормально, FPS поднялся, все. Сейчас X25 все 2 часа проходил. С копалом, да, ну, блядь. На нубе в ретрик аспектом все. Еле убили, блядь. Трайс четвертый. Да, слушайте, давайте, наверное, хорошая идея. Давайте 3 минуты перекур сделаем, а то мы тут уже час с лишним сидим. Да. И да, даже незаметно, как он прошел. Уже просто ошибаемся. Ну. Можете в релок уйти, у кого банки, кому жалко, особенно те, кто не может позволить себе купить много. Да. 1600 дорого, блядь. Ну сразу. А РДЖ в компании стоять. Лично я 3 раздал, поэтому... Лично я 3 раздал, поэтому не надо. Пойду еще выставлю на аук. Кому нужны банки, на аук приходите. Надо еще Т4 апать. Зурки, где ДПС? Не, ну меня не прокает, бля. Мне на одном трай напрокало нормально было. Ну плюс еще видишь. Мне тоже, тоже на одном до 15 поднялось, больше только до 13. Ну ты еще видишь, огоньки, сноубольды, бля, это рандома пиздец. Нейра, ты тут? Ты припод, ты гудлик, глаз галды стоит.
Что припод? 20 голды стоит. 37 не хотел. Ты критов, что ли, какой? Не знаю, я сегодня покупал 20 голды. Да, я за 37 выставлял, да. Бизнес. А припод такой 24. Перед РТ можно ставить нормальные. Хастовы 24, сколько, она... сколько у вас ОД у всех, скажите, пожалуйста. У вас по 60, по 70 тысяч, наверное, уже нафармлено, блядь. Продайте и купите, господи. Это... У Альмери вроде больше, не? Чего? У Альмери вроде больше. Сравнить потом, как куплять. За донат, что ли? Да. Ну ты дойди сначала до туда. Пока сараниты выйдут... Если я так буду делать, но никто никогда вообще не будет убивать. Не могу побудь лутать. Ну, можете туда лутать, можете. И фармить на саранит, в принципе, я не против. Типа я вообще нихуя не фармлю, у меня деньги есть как-то. Чисто за счет ОД среднего количества. А ты что продаешь, ну, что покупаешь за ОД капли? Да кто что просит, то и покупаю. А, типа, когда продам ОД, пишет, у них... Ну, я выбирал этому ГГСНИПу продал 20 тысяч ОД за 1.4. Просто... Еще заходим? Нейр тут? Да-да-да-да, я жопу... Да не капли, я камни. Слушай, есть на ханта какой-нибудь макрос, чтобы Пет сам бежал и агрессивно пиздил? Чтобы не выделять мышкой цели, не направлять ее. Чтобы просто макрос тыкнуть, он бы побежал в ближайшую цель. Ctrl 1 нажмешь и все. Есть у тебя, наверное, такой макрос, чтобы он пизды дал боссу, и мы пошли дальше? Не, Ctrl 1 у меня забинжено в регион. А это какая команда должна быть? Сейчас я скину тебе бличку. Атаковать, здесь... типа? Это так. Давайте заходим потихоньку. Я просто мышкой сначала жму, что у меня кнопок этих нет. У меня только вот кнопки есть на агрессии, защита и пассивно. Пета так. Бля, так нечестно. 100 сил титан сразу скупают. Пирекса в игре нет. Есть он в игре. Это при чем? Саша будет давать сегодня. Алексей, ебанский интернет взял место, потерял. Не, спасибо за макрос. Это прикол или нет? Я смотрю на кару посоха, у него ни одного сокета там не стоит. Это Сирус. А у меня у всех его шмотка. Не, там есть, все, есть камни. Это у тебя не прогружается, просто лагерь. Не могу его скинуть на орде. Да, я понял, что у нас уже. Ну, кубоп уже ушел, поставил питомца подальше. Так, ладно, давайте запускаем. А как питомца так поставить? Ну, он отошел. Стоять на месте просто ему. Потом через атаку, ну, питомец подойдет, насколько нужно. Все задержка, ты еще или нет? 15 у меня пропало. Вроде бы. Но у меня 120 стало, блядь. Не, у меня нету. Ну, по крайней мере, не чувствуется. 70. Нормально. Снова лагает. 12 пинг показывает. Че, 12 пинг? Да, в чате есть задержка. 25. Охереть. Не, а на спалах нет задержки, кстати. 5, 4, 3. Истерия кинул. Есть задержка. 1.
Да, да, есть, есть, чувствуется. Крик на хп. ПВЕ. Пошли на аренку. Это нереально вообще. Стреляйся, хорош, бабу. Поднеси бобра сюда. Ближе, мирзону заведите, кто там стоит. Да-да-да, кот поближе. Лагами. Не хз, у меня вообще задержка 2 секунды где-то. Прям... Речь, блядь. Там все печально. А у Крима дай в него БР. Отлика. У нас много живых соболев. Да, больше мы кливаем, это все мили-зоны, кливаем. Сейчас заберу. Забрал. По крему под боссом. Еще невозможно. Стойте, дует. Все, размораживаем. Нормально, пройдусь по всем. Невер, ты где там подойдешь отрывом? Да. Вов Брок, Гудлик у нас умерли. Поднимать надо. Я Вов Брок подниму. Рисую Гудлика. У меня закончился дебаф. Вот, ну и... Сейчас что-то какая-то вообще хуйня с таймингами была. Угу. Только что кинул и сразу добав закончился. Нет, так здесь все в центр. Черепочек. Вы умрете. Барить кого-то нет? Не, давай не надо уже. Ну, по ДПС не проходим, бля. Ну, сейчас не из-за этого не походим. Да нет, ну, типа, не упали 5 тел просто. Ну, упали, да. Кидает плевок, а у меня заканчивается мой дебаф. Типа сейчас... красный закапывается очень быстро. А ДПС-то нормально у нас. Сколько сейчас ДПС общий? Сейчас очень хороший ДПС. 180 у нас, как всегда. Ну, типа, когда умираем. Да, чуть меньше стало. Да еще фризит, блядь. Да, эти лаги еще. И так босс сложный, нахуй они так... Лужа, назад все, назад, сдохните сейчас. Прям в лужу зашли. Блядь, ебаный Сирус. Она еще до двери дорастет, возможно. Прям в самые кирпичи вжимайтесь. Сейчас до лока дорастет. Гудлик, берегись. Бля, тут сколько грифонов тут. Все исчезло. Гудлик, берегись.
Да храни тебя Господь. Может, нам хилов так много не надо, хуй знает. Не, как... хилы нам нужны. Ну, допустите, блядь. А шо случилось, хрипатый вубро? Риог написал. Риог. О, господи, страшно. Иисус Христос. Не зайду. Хлеприст, конечно, жрет у этих, у друидов жестко, прям. ХПСик. Ты думаешь, типа, что перебор хилами? Я не уверен. Да я хуй знаю, ну типа, блядь. Ну два хила можно. Да, да не, слушай, хприс нужен. Да не в этом дело, у нас еще два эрдру есть, просто вот. Да, два эрдру, видишь, он у них... При том, что он как-то это... Ну, в моносейве, типа, лану. Как-то круто получается вообще прям кругом исцеления. Он в чем там? В четырех кусках, что ли? 4 — 9. А, это 9. МВшка апается. Посох две дырки. Да, мой посох украл. Мою шею украл. Сволочь. Угу. Самое настоящее. Давайте, команда тут релокайтесь. Правда, правда, Андрей, все правда. И что, помогает, что ли? Релок вам? Да, вряд ли. Мне помог. Ну, давайте тогда попробуем. Ну, да не, мне он график помог поменять. Ну это ладно. Ах, всегда график. Ой, слушай, а чего это такая видимость хорошая, да? Видимость. Пинг не за графики. Ну да, пинг не за графики, но у тебя FPS больше будет. Слушай, я сейчас поставлю, все будет нормально. Ультраскиллуху врубаем. Минимальные эффекты. Да. Так, по вару дайте ребафчик. Где у нас тут он? А, Вэнс нашел. Кому ребавчик? Я тут хотел спросить. Мы что, Дон, с тобой два единственных танка в гильдии, что ли? У нас нету танков. У нас есть Рос. Рыбы нету, да? Ну, а Рос нету. Уехал куда-то, да? Да. Поставил тебе. Ну, тех, кто умеет танчить, нету больше. Баф, да по всем пристабам. Да, по всем. Добро пожаловать, герои! Вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом колесе вам... Да, Бьерн еще тоже, у него швар. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Вы понимаете, если мы этот инс пройдем, мы в целка пойдем. Ну, скорее всего, да. Там, кстати, настекийся, по-моему, еще этот фирал, не? Он рестор друид. Ага, бля. Там вообще сова, по-моему, блядь. 10 секунд. Закинул. Один. Блядь. Ты с ним. Тучку прожми на всякий случай. Самый смазанный куба под босса. Отлично. Сейчас вроде не так фризит, ну? Вообще не фризит.
Черепочек добейте, 3 секунды мне босса забирать. Почему? Бергарика надо делать. Да, Войд Бергарик. Давай, давай. Ой, блядь, 3 минуты КД у меня пишет. А, хорошо. На гараже. Я тоже КД. Все, хорошо, вижу. Блядь. Вот Риман, твоя очередь. Смотрите, когда вставать. Что это такое? А, ок, Рима, дай по Гарику БР. Кто под был, может вставать. Можешь вставать. Инра, раскидывайте в КД. Наглый Гарик. У хилов полмана нет. Шляпу залил. Могу сразу подводить сюда. Ну, вархилят миллион, что ли. Сдайте гимна мана, наверное. Бафните каску, пожалуйста, по друиду. 5, 4, 3, 2, 1. Спасибо. Еще не задуло. Меня того босса. Угу. Черепочек играем. Уже 5 секунд. 2 секунды. Отвожу. Плевок хороший. Угу. В меня плюнуло. Сейчас чисто уже у нас же ДПС, посмотрим. Подойдите кто-нибудь под череп. Я тут стою. Я подбегу к тебе. Так, прохил. Все? Все хорошо, да, разморозил. Опять ты берешь. Добиваем череп. Череп добили, отлично. Давай я красную заберу. Угу. Босса лови. Блять, у меня опять это. Подойдите ко мне кто-нибудь. Я подойду. Так, идеального поднимаю. Где ты? Я бегу к тебе. Вставай сразу. Там лучше, что ли? Да, скоро будет. Появилось. Уже есть. Зелень отдаю. Блять, вовбро. Нет, не отдам. А, по вовбро дайте БР. Дам. Дайте баф. Я дам, да. Вставай. Давай, давай, есть шанс. Бьем. Приста баф на хп, обновите. Вот и нажмите вторые, кто не нажимал. Ведь упал зло. Сколько хп был? 2 миллиона. 25%. Гим на ману, снип. Снип на ману, у всех хилов маны нет. Вылезу. Yes. Сокру. Карнес бабл. Она, блядь, вылезла только что. Да, у меня все на КД. Валяй, бейте. Все. Освободите аурн, да. Топус. Сам буду работать. Опыт раньше, меня не прохили. Лужу отпилила. Так он еще и... Ну, нам ДПС уже не хватит. Так он еще и врезался в Вайда. Все, можете падать. Да, слушай, ты уверен? Да. У нас пол рейда нет, у нас ну, ладно, 30 да, секунд от берсы и живая змея. Ну это очень хороший пол. Да, повезло. Невер, нужны метки от тебя. Я не успеваю. Я понял, хорошо. Нужны от тебя метки. Я сейчас босса и потерял, он вылез, сразу Карнеса взял в таргет, а нас задул рев. И Карнеса он убил. Ты мне черепом постоянно, я звезду кидаю, ты мне черепом ее сбиваешь, пока да. Вот вам и ДПС. Мы на 25 перевели, а экзалта на 35 переводят. Значит, он не хуже ДПС? Я говорю, я чекал. Сейчас был хороший трой. Да. Давайте так же. Так явно они не бились, чудовища Нордс
оказались сильнее. Почтим память павших героев минутой молчания. Давайте ебашим, блядь. Фейп, чё там? Нормально, нормально всё. А, ну сейчас-то на самом деле чутка не повезло. Червяк далеко вылез и задолбан во всех. Да, да, да. Да, а Рёван, рёв нужно ставить так, чтобы у нас с двух сторон от него был рейд. Да, да, да. Ну, у нас ПРов нет, может, там... Там было дерьмо, то что лужа, типа, максимально, типа, ну, она была разлита, и рёв прыгнул и выкинул всех в лужу. Ага. И надо от лужи в другой полукруг вставать. Понятно, короче. Там, вести короче... верёвок червю надо. У нас БРов нету, может, Локи и СС раздадут на кого-нибудь хотя бы. Может, корнем туда 2 минуты? Ну, может, там... трай не проебывают? Или сколько трай? Да нет, этот... этот... много. Этот трай без смертей им, возможно, так, убьют. Да, и на следующий трай уже откатится. Если у нас трай будет без смертей, мы точно убиваем. Да. Ну, типа, давайте. Типа, и так понятно. Если не проиграем, то выиграем. Ну, не души уж все. Не, я про то, что зачем ходить, мы уже перейдем. Не, я просто же БРы подождать. Так, давайте по ССам. Трищ, закинь в Корнеса, Гудлик. Закинь в... Ну кто он умирает? Кто он умирает? Ну себя пускай закинет. Ну Лакриму идеально, нормально будет. Да, Кубоп в Лакриму, Кару в Гарика давай. В себя. А Сузи дайте вы. Сузить? Что сузить? Сузи дайте им, ой, этот. Ну ты понял, блин. Сужайтесь. Крестобаф можно, пожалуйста? О, что это зеленое было? Телепорт. Это моя телепортация. Нихуя себе. Все, запустил. Читерские классы. Надо мувик сделать, когда убьем чудовище, блядь. ФК сделать, короче. И твою телепортацию в замедленном режиме, блядь. По пафосному зоне. Кару на слишком жестко, нахуй. Кубовым этим займешься. Он у нас главный мувимейкер. Чё? А, я не сплю. Что вы говорили-то? Будешь видосы лепить. Правда? Я думаю, на следующем КД мы по-любому уже проходим. Какого-то бафа нету. Сука, я рыбу не... Да, на следующем КД точно проходим. Я сел рыбу хавать. Давайте скинемся мне по 200 рублей, я значит... 10 секунд. Тогда и мне можно по 115 человек. 5, 4, 3, закинул 2, 3. 1. 1. Заебись. Бля, вот этот момент надо заменить. Кнопки нормально жмут. Охуенно. А, подпос в Лакриму. 3 секунды забираю. Право. В Корнеса можете иннеры уже начинать давать. Да рано на переход. Гудлик не умирает. Я Берну. Я Берну Гудлик. Что, у него СС был у него? У него СС должен был быть. А он в уже. Там не зацеп. СС есть? А, ты Сузи дал, тогда идеальный БР него.
10 секунд. Главное на черёк, чтобы никто не сдох. Только да. Фулбаф ему организуйте, чтобы он ДП сдал. Давайте уже есть. Все, да. Рыбак. Я так и знал. Блять, ёбаный кутлик. Ну вы ч, пиздец, блять, смотрите в ДПМ. Че со схуй. Блять, люди. Все, Дон. Я блядь, сломался. Все, тише, тише. Лакрима, сдай ему БР. 4, 3, 2. Вставай сразу, Гудлик, тебе БР полетит. Баф, дайте по Гудлику. Эльф, раз его киньте в центр. На острие. Сейчас пивать будет. Мелик всем. Задуло. Боже, у меня задувка была. Стой, какая с ним повой. Войда. Ёп. Аж. Ну, две забирай. Сможешь будет 5 секунд. Влево приведу ее. Отвожу уже. Блять. Вы умрете. Милики, мастер аур. Чко, блядь. Подождали БР, получается. 3 БР будет, 2 в КД, блядь. Давайте падаем. Ну, по рейду. Тут третий рейд лежит. Ты успокоился? Успокойся. Все нормально. Да охуеть, блядь, да пиздец. Все. А, представьте море, чайки. Море, а? А Гудлик в нем два раза тонет. Белоснежный пляж, блять. Пальма на берегу с кокосом. Зорки, ты бросаешь ему круг, а он не может доплыть, да? Не приходите в центр и направо не приходите. Вырастает лужа большая справа. Справа исчезла в центре, вырастает, где сундук стоит. А как ты это видишь? Ну потому что я лежу, вижу. А, я понял. На этот разведчик. Короче, она исчезнет, надо просто в центр не заходить. Секунд 20 еще будет расти. Поставьте это, что ты делаешь? Тут там сумасшедший. Это мимо. Строил дискотеку. 30 СТР. А этот ульда как в какой день у вас? Завтра. Есть джипс еще, а? Да, сейчас поставлю. Ты к нему жду. Если... Не, я тоже думаю, типа до 27 попыток все не потратить. Еще у нас рейд поставит. А что если все-таки убрать одного хила? Да, блять, мы дело не в ДПСе, блять, дело не в захиле, блять. Мы просто дохнем к нахуйне всякой. Смотри, если мы возьмем. Поменяем типа хила на ДД, то мы сможем больше ДДшников сможет сдохнуть. У меня есть теория, но я не уверен, она фактами не подтверждена, что люди перестают умирать, когда что происходит? Перестают умирать. ВП начисляется. Да не, ну я вот так ожидал. Когда в 20 человек плюет зеленый токсин, то там, блядь, хоть Гудлик первооткрыватель. Я всех разморозил. ГП токсину, значит. Червяку ГП, блядь. 7 ГП. Или ща. А вот ты мозг. Ты уже заходишь? А кто там этот супер випкой? Напишите этот админам, чтобы они там успокоились. А шкаф поставьте и исполина суманите.
Сейчас вот ты там в этом вафлике подсасывал камушки, давай. О, поставьте, кстати, в натуре унитаз. Хватит Гудлика там коленями. Гудлик хороший парень, блин. Да Кубоп там его, блядь, коленями сбивает. Этот Гудлик молчит в рейде. Да в Этернал заявку уже сдает. Или в зал. Сосредоточенный ДПС, блядь. Человек потеет, блядь. Гудлик. Чё ты не афлик? Исполина прессу, Монти, Оки, шкаф. Гудлик, поставь шкаф. Гудлик, Гудлик, Гудлик. Локи, это же скандинавский. А, ты, такой. Сука. Ты же специально ждал, да? Рад. Никого присумайтесь. Исполина сейчас. Что ты потестил, кстати, Гудлик? Какой там спек лучше? Дестрик тут лучше. Блять, корона переместить, а Гудлик нахуёво на 15-м. Он пишет, что нормальный самый залупа и афлик. А чё он молчит-то? Так, ладно. Так, ладно, я запустил. А подожди, мы поели рыбу? А, все поели. Не, я не поел, ну ладно. Поешь, 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 поешь. Кас справа. Еда справа. Шо по СС? Пацаны, у кого этот есть? Пока ничего. Чё, может, не будем раздавать, пока бы... ССС не раздаем, кто умирает, 50 ГП лутает. На следующий трек как раз ССС на ФБР будет. Ну, тренируемся, чё. 10 секунд. МП-5 по Исполину, да, Тиш? 5, 4, 3, 2, 1. Я кинул. Второй раз забыл. Я что-то босса туда отпью. А кто там стоит? Кубок. Ты словил шестой, не? Нет. Инеры в КД вешайте. По хилам у кого меньше ман. По 50. Пять, четыре, три, два, один. Почему вы, блин, размазываете ДПС милики? Почему вы не тут бьете? Скажите, пожалуйста. Зеленый играйте, поставьте эту меточку на нее наверх. Я писал. Меня задуло. Сейчас еще один плевок будет. Было два. Наверх поставь метку. А, стоит. Я поставил, господи. Отлично, отлично. Бугай.
Нормально. Смотрите за это. Справа вылезла, обдотать ее, черепочек. Черепочек на себя пока забрал. У выхода появится. Ну, пошли добивать сейчас. В звездочку играем, тут ее танчим. Рейнджон с собой наберите. У вас же 4 секунды. Налево поведу. От вас, от себя точнее. Нормально, там двух магов кинулось. Ага. Жался. Уже 3 секунды, 2 секунды. Одна. Отвожу еще налево. Меня Бака. Кто-нибудь подойдите, разморозьте. На одном маге как. В звезду, в звезду. Разморозь меня. Все пропало. Блять. Вторая вылезла. Ползает. Та умрет. Не могу ничего. На войду дайте. Тал. Лужу веду. Войд на тебе горящий. Тебе надо как-то снимать. После подойди ко мне, да. Сейчас задует, стой. Потом подойди. Так, где ты? Да, все правильно. Чуть-чуть у стены. Назад, тебя прям, за тебя. Все, хорош. А забирай просто, я этого положу. Идем. Ага, да. Выводи, там лужа растет, лужа все. Забираю. Лужа. Бейте, все. Я только хорошо уйду. За черепком смотрим, куда он поползет. А в центр ставь его, по комнате разбежались. В правую сторону перешли. Ой, сори. Хрипатого БР дайте. Я дал. Все, отдали, отлично. В красную доигрываем. Скажешь, когда будет отпрыгивать? Стойте, оффлот. Мастер Аур. После дыхания будет прыгать. Снимайте. Прыжок. Блядь, нормально, я не умру. Угу. Блять, там миликов за... Ёбаный. Да нормально, играйте до конца. Шо, куда? Пробуем. Меня не подняли. Пробуйте. Так, ладно, пробуем. Войд, танчи. А, БР, дайте мне кто-нибудь. Идеальный да. Есть? Не, нихуя, короче, второй танк здесь. Лучше ДД? Вот ДД. Волка ДДшнул. Хуярим. А, Невер, аккуратнее с этим. Ну, по комнате разбегитесь от дыхания. Дух, да, смотри. Сдал. Нет, тут дохуя лежит. Ну, уже так. От черепка отбегаем. Бегайте, ауру там. Просто давайте побегать получимся, да. Включаете, да, ауру? Да, ауру. Да, сейчас убьем нормально. Мне пишут 2 минуты, Берса. На вторую не хватает ДПС. Очень сильно долго. Да вы размазываете еще ДПС, бегаете потом, всякой ерундой занимаетесь. Зачем вот вы бежите? Люди, да, люди бегают просто и забивают на ДПС. Её просто обдотать нужно и бить первую, чтобы как можно быстрее ее завалить. Чтобы вы потом не перебегали с одной змеи на другую, потом еще какой-то ерундой занимались. Они же закапываются, блядь, потом несколько раз. Вот эта змея сейчас закопалась, мы проебали ДПС. Потому что она просто в закопке была. Могли бы быстрее добить одну. Здесь смотрите, черепочек. От черепка отбегаем вдоль стены. Сейчас вот по идее еще одна разбежка, и, типа берса там на 30 секунд. Смотрим тайминги. Сейчас минута 20. Бля, если бы были живые, блядь. Еще, блядь, мне кажется, еще пару трав. Все проходимо, да. Я нормально детере под танч. Нормально, да. Отлетает такой, блядь, на 50 метров. Ну, я нормально. Сейчас духа нету, сразу бегите. Да и без духа отбежать можно, ребят. От черепка. По крема. Ой, надо затестить, он ладно. В ледяного не врезался. Да я про метки, что типа врезаются, не врезаются в метки. Мне кажется, это враги. Берса будет уже. Да будет, но слушай. Мы ждем берсу, да, просто смотрим. Да, на 30 секунд раньше. Так. Ну так, блядь, лучший трай, смотри, нихуя, мы его почти запиздили. Ну если бы не упали, да. Смотрите, даже с таким дамагом мы сейчас несли 60-40%, когда у нас пауэрейта не было. Да. Мы просто проходим, получается.
Надо не умирать просто. Фух, Иисус Христос. Да, флеш, мы до конца сегодня, до двух нужно, ручек сидим. Нужно закупиться, пойти этот фласками, потому что я свои раздал, у меня уже... У меня есть фласки, давайте я дам. Да. Угу. А сейчас сколько давайте... ты по времени шел? 9 минут хватит? 2800. А, и слушай, не надо, ты чё? Да, потом не... скрафтишь их, потом отдашь. Да я этот еще сейчас раздавать буду, думаю, вправо. Я что, знаю, кто у нас слакает. Так, фласочку мы тоже повесить, обычно. Mm-hmm. Давай. Сейчас, сейчас, да я раздаю. Сейчас, подожди, найду, где она. Спасибо. Кто еще? Ничего, и ВКшки позакрываем. Кстати, это самый сложный. Это ты последний. Кстати, у нас... Фласочки даешь. Донт, у нас кроме нашей десятки кто-то еще с гильдии закрывает и ВК-10? Насколько я знаю, нет. Ну, наглая кожа закрываю, но... Ой, рожа. Кожа? Кто мне дает фейп, да? Понял, сейчас. Масло есть? Или какая-то гильдия? Масло есть. А вон с этими, с экзалтедами, да? Ты не понимаю. А, Невер, я добрый, не на халяву взял у тебя фласку. Ну слушай, я взял ее в Донта, но они сейчас по 800 стоят. Я завтра по старым ценам. Пойду престом завтра закрывать. Я видел и более достойных соперников в Багров. Ух ты, блядь. Я в ахуе, как люди, блядь, на офе делают по 500, по 600 траев на одного босса. Я уже заебался, блядь, это убить. За раз, в смысле? 10 секунд.